Жители оккупированных территорий жалуются на то, что боевики перестали платить пенсии и зарплаты. В так называемой Луганской республике и раньше были задержки с социальными выплатами. Теперь же вообще никто ничего не платит. Российские кураторы на пенсии и зарплаты денег не дали, а социальное пособие и подавно, говорится в сообщении, передает Криминал ТВ. Пенсионеры незаконной ЛНР готовятся к протестам. В частности, в Алчевске среди местных пенсионеров активно обсуждается мысль призвать псевдовласть к ответу. Люди возмущены задержками в выплатах, организовывают митинг у стен горосполкома, чтобы привлечь сепаратистское руководство к решению проблемы. Если нет у них денег, пусть так и скажут, зачем голову морочить нам и завтраками кормить, заявила местная жительница. По состоянию на 26 октября в Алчевске пенсии так и не платят. Стихли разговоры и о том, что к началу нового года Алчевск войдет в состав Российской Федерации.